Сегодня сделаем гельчик для душа, так как новогодние праздники близко, поэтому нужно что-то интересное придумать. И вот я сегодня буду делать гельчик для душа с таким вот запахом новогоднего праздника. И хочу показать вам, как я это делаю. Кстати, ингредиенты все из интернет-магазина Зульфия. Ссылочку на мой поход в магазин я оставляю под видео. Душка Холли Берри новогодняя. Вот такая она. Здесь 10 мл, ну, естественно, мы всю баночку не будем использовать. Затем нам понадобится краситель. Кандурин его еще называют. Он такой перламутровый. Еще нам понадобится спирт изопериловый для того, чтобы дезинфицировать руки. Основа. Жидкая основа для геля. Или скраба. Вот. Ну и, конечно же, водорастворимое масло Бабасу. Здесь 25 мл. И все, давайте будем делать постепенно. Открываем флакон. Спиртиком изопериловым дезинфицируем ручки. Затем вводим основу в флакон. Добавляем 2-3 мл гликолевого экстракта. Ну и, конечно же, добавляем масло. У нас масло Бабасу. Нужен 1 мл. 1 мл это 20 капель. Затем нам нужно добавить краситель, кандурин в данном случае. Классный, интересный цвет. Как и в прежних видео, я буду набирать краешком ложечки. Ну и добавляем отдушечку. Перемешивать можно такой же вот ложкой. Или можно взять себе палочку. Видите, что получилось? Очень интересно. Очень, кстати, классно пахнет. Это вообще волшебно. Сейчас я закрою и попробую взболтать хорошенечко. Видите, все замечательно взбилось. Очень нежно-розовый цвет получился. Закрываем дозатор. Очень классно, видите? Не сильно много выдавливается и очень удобный флакончик на 150 мл. Всех с Новым годом наступающим! Не забудьте поставить мне пальчик вверх. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка на интернет-магазин Зульфия находится внизу под видео. Пока-пока!